товарищи. Я глубоко счастлив, что могу передать свой комсомольский привет лучшим сынам советского народа. И я счастлив, что я вместе с вами. Только все, пожалуйста, забудь, товарищ память, товарищ память. И только все, пожалуйста, запомни, товарищ память. У нас нормальный. Комсомольцы 20-х невдалеке от этих мест строили железную дорогу. Корчагинская узкоколейка. Нынче дорог-дорог. Отовсюду тянутся они к Припяти. Комсомольцы 70-х пришли сюда строить первую на Украине атомную электростанцию. Чернобыльскую. С того времени прошло 5 лет. Перекрытая Припять течет по новому руслу. Построены водохранилища, которые смело можно сравнить с морем. Вырос главный корпус, выросло много других сооружений. Ему еще расти и расти, но он уже есть. Атомоград. Нам взрослеть вместе с ним. Коля Мягкий, машинист башенного крана, ударник коммунистического труда. Приехал с Урала. Строил Белоярскую атомную. Володя Костюк, секретарь комсомольской организации бригады электромонтажников, занявший первое место постройки в социалистическом соревновании среди комсомольско-молодежных бригад. Приехал с Литвы, работал на Литовской ГРЭС. Султан Хаджаев, инженер-наладчик из бригады гидроэлектромонтажников. Из Туркмении я, работал на Безыменской ГРЭС. Из Молдавии. Из Белоруссии. Из Грузии, из Армении, из Киргизии. Я из Узбекистана. Я хочу сказать от имени юношей и девушек Крымского комсомольского отряда, что мы ваше доверие, ребята, оправдаем и будем работать по-корчагински. Зал главного корпуса. Идет монтаж атомного реактора. Его мощность 1 миллион киловатт. Цифра эта кажется фантастической, если оглянуться в недавнее прошлое. Ведь на первой в истории человечества атомной электростанции Обнинской мощность 5000 киловатт. А если посмотреть в недалекое будущее, последующий реактор нашей Чернобыльской будет в 1,5 раза мощнее.
А дальше новый рубеж. Работа становится привычной. Но нет-нет, да и мелькнет в веренице будней мысль о том, как много дано людям. Покорить атом. Заковать его. Заставить не разрушать, а созидать. Уже тогда, когда мы впервые нарушили тишину леса, нам виделся атомоград. И провода-провода, которые тянутся от него. Скоро потечет электричество атомограда в разные уголки нашей страны, в братские социалистические страны. Атомоград – это творчество ученых многих научных центров страны. Это могучая техника и сложнейшее оборудование из Москвы и Ленинграда, Киева и Баку. Это труд рабочих братских республик. В течение десятой пятилетки обеспечить введение в действие мощностей на Чернобыльской, записано в документах 25-го съезда КПСС. От каждого из этих людей зависит выполнение этого решения. Припяти. И свой поселок мы назвали именем этой реки. Припять. Тихое, нежное слово. А рядом стройка. И когда ты в ритме ее жизни, невольно произносишь имя, которое мог дать лишь 20 век. Атомоград. Мы гордимся своей стройкой. Но не только ее масштабами. Мы гордимся тем, что, как и прежде, будут дарить радость грибникам вековые леса, что, как и прежде, можно будет рыбачить на тенистых берегах Припяти, что будет плескаться в ее чистой воде детвора. Ты сделал, чтобы твоя жизнь была как можно полезней. Несколько раз был удостоен звания лучший по профессии, стал ударником коммунистического труда, был избран секретарем первичной комсомольской организации участка, членом комитета комсомола, членом комсомольского штаба строительства. Награжден знаком молодой гвардеец пятилетки. Их много на стройке, таких биографий. И все они сливаются в одну, в биографию атомограда. Валентин, поздравляю тебя с получением нового комсомольского билета. Пронеси его с честью через всю свою жизнь. Спасибо. Спасибо.
утихает жизнь стройки, чтобы каждое утро, проснувшись, Атомоград чувствовал себя повзрослевшим. Приближается пуск первого реактора. И понятно волнение членов комсомольского штаба стройки. Второй и третьей смене особое внимание и забота штаба. Монтаж сепаратора пара. Вряд ли не специалисту что-то будет ясно из этих слов. А ведь сейчас происходит на стройке одно из самых важных событий. Подача и установка крупнейшего узла атомного реактора. Век, в котором мы живем, назван именем нашей профессии – атомно. С давних пор у меня связано с этим именем представление о будущем моей жизни. Но и не потому, что это является ведущей отраслью энергетики, а именно потому, что она является непременным условием будущего человеческого счастья. Видеть воочию дело рук своих. Разве не в этом счастье? Не потому ли изменили свою судьбу Николай Жильченко и Виктор Буравченко? Началось с Новоронежской атомы. Пустили тогда второй блок. И мы пришли, эксплуатационники. Молодые, восторженные. Чувствовала себя тогда, конечно, на седьмом небе. Ведь шутка ли, самому придется управлять атомом. Но постепенно эти первые чувства улеглись как-то. Осталось ощущение неудовлетворенности. Мне захотелось самому построить от начала до конца. Своими руками создать станцию. И тогда я решил, пойду в монтаж. Кому-то вначале казалось, что я сделал шаг назад. Но жизнь показала, что я сделал намного шагов вперед. Наверное, это может показаться странным. Сменить инженерную профессию на рабочую и называть это шагом вперед. Но можно ли упрекнуть человека за то, что ему хочется в будущем стоять за пультом управления именно той станции, которая родилась на его глазах, которую он возводил собственными руками. С детства я мечтала о пути, который выбрала сама, без подсказки. И вот именно здесь я встретила то самое привлекательное, так бы сказать, азарт вот этой трудной, может быть, немного для нас, девушек, работы, но очень интересной. Зина Семенюк на одной высоте с ребятами. И ребятам всегда хочется быть рядом с ней. Разве это не высота? Комсомольская молодежная бригада электросварщиков держит первенство в социалистическом соревновании. Знаете, о чем мы иногда с девчонками думаем? Вот что нам поручили сложное.
очень сложная работа. И ребята не смогли ее сделать, а мы взялись и сделали. Поздравляем вас с вашим большущим праздником. Будьте всегда веселыми, счастливыми и вообще таким красивым, как вы сейчас. Вот. Зина, поздравляю. Прими нашу бригадную самоделку. Ой, люди, какие вы сегодня тоже. Поздравляю. Сегодня это совсем не так. И боремся нас. Счастливы и здоровы, как мы. Спасибо. Опять голову поломали. Открытия 25-го съезда нашей партии. Мы, строители и монтажники, открытое распредустройство 110 кВт. Все работы окончили досрочно. И сдаем подстанцию для подачи напряжения на главный корпус. Благодарим за высокое качество выполненных работ. Подавайте напряжение. Радости созидания готовишь ты им, атомоград.